Все, блин, меня воспитывают. Значит, если я маленький, каждый меня учить может, что ли? Училка говорит, ты зачем, Сидоров, в туалете куришь? Я говорю, а где еще курить? Вы что, блин, хотите, чтобы я в классе курил? Она говорит, я вообще хочу, чтобы ты не курил свои сигареты. Я не свои, я чужие курю. Перестань хамить, говорит училка. Завтра придешь в школу с отцом. Завтра не смогу, отец занят. Когда он освободится? Года через два. Понятно, мать, что мать? Мать свободна? Не, она замужем. Понимаешь, что она замужем? Она прийти в школу может? Может, но не придет. Это еще почему? Да станет она из одного курения в школу топать. Вот если бы я окно разбил, или директору в штаны воды налил, или хотите, вы будете садиться, а я стул уберу, вы на пол грохнетесь. Зачем? Чтобы мать в школу пришла. Сидоров, кричит училка, чтобы завтра же мать была в школе. Ладно, говорю, вы сами напросились, я предупреждал. На завтра приходим с матерью. Училка говорит, ваш сын курит на переменках. Мать говорит, а вы что хотите, чтобы он на уроках курил? Училка говорит, он вообще не должен курить эти свои поганые сигареты. Мать говорит, да с роду он своих не курил, вечно стреляет. В кого стреляет? Да ни в кого, сигареты он у всех стреляет. Послушайте, говорит училка, ваш сын ведет себя возмутительно. Он сказал, что его отец освободится через 2 года. Он так сказал? Да. Подонок, врун, негодяй. Папка его всего через год освободится. Ох, я тебя сегодня выдеру. Ох, я тебя врежу. Послушайте, говорит училка, не надо его выдирать. И врезать ему ничего не надо. Как не надо, кричит мать. Родному отцу год прибавил. Такого даже прокурор себе не позволял. Она хватает меня и начинает лупцевать по башке. Училка начинает меня защищать. Пытается оторвать меня от мамки, в результате училка остается с синяком под глазом. Наконец мать успокаивается и говорит, а собственно зачем вы меня вызывали? Так он курит в туалете, говорит училка. Мать говорит, а вы что, хотите, чтобы он в классе курил? Нигде не надо курить. И все, спрашивает мать, все. Фу, ты отлегло, говорит мать. Я-то думал, что от чего действительно натворил, ну там директору морду набил, или с вами что устроил. Скажите честно, он травку курил или табак? По-моему, табак. Вот видите, значит, травку уже перестал. Видите, все-таки мальчик управляется. Какой управляется? Я ему говорю, мама свободна? Он говорит, нет, мама замужем. А что же я этого козла еще год буду ждать, когда он срок тянет? Куда он его тянет? Куда, говорит мамка. Коту не туда. Ну ладно, некуда мне с вами лясы точить. Мне еще его брату в тюрьму передачу нести. Значит так, если он что на самом деле сделает, звоните. А какой у вас телефон, говорит училка? Телефон 02. В милицию звоните, я приезжать все равно не успею. И главное, не убил бы никого, кроме вас. Все, мы пошли, и мы пошли. А училка осталась бледная, трясется, что делать не знает. И больше ко мне не приставала никогда. Вот что значит соседка у меня актриса. Всего 500 рублей, и мамка может в школу никогда не ходить.